третий джар конгресс в России. В общем, это очень личное мероприятие. В этом году мы серьезно расширили представительство зарубежных гостей. Все мы работаем на государство в дружбе гостей. Мы привезли в Москву, я считаю, звезд мирового джара. Russia, hopefully we'll have one like ours or similar one day. Lobbying is a very big business. Да, уважаемые дамы и господа, я сердечно приветствую вас на самое сильное национальное международное бизнес-сообщество в России. Очень хорошо организованный, очень хороший, сильный лоббистский потенциал. Told everybody, the Arabs are taking over our ports. The Arabs are taking over our ports. I spent in English in 2 weeks. First of all, business is important. Презентация рейтинга лучших джаз-специалистов в Интите, лучших джаз-специалистов в России. Я надеюсь, это станет хорошей традицией. Подготовили специально к джаз-конгрессу два очень серьезных издания. Мы издали книгу по мировой компартилистике регулирования лоббистской деятельности. Выпущено академическое издание «Учебник по government relations» для студентов. I think this has been a very good conference. Приятно встретиться со многими русскими лоббистами, которые очень быстро развиваются в этом непростом и быстро меняющемся бизнесе. И JAR-конгресс прекрасно организован, на него приглашено множество разнообразных спикеров, которые интересно говорят на различные темы. Спасибо большое, что вы предоставили такую информацию, возможность приехать сюда. И также он считает, что надо более плотно сотрудничать с лоббистом российским, с американским. И, наверное, этот взаимный опыт обогатит обе стороны. Возможности того или иного лоббирования, того или иного джара здесь и сейчас, в данной стране, и здесь важен опыт других стран в этом рынке, но еще более важен построение собственного рынка. Институт ЖА в нашей стране, он делает, вы понимаете, первые шаги, но каждый такой маленький шажок, он равен милям пройденного пути ЖА на Западе. Мы с этим идем в правильном направлении. Пытаемся общаться с государством. На эти попытки отвечают достаточно такими банальными. Власть должна чувствовать всегда контроль над собой со стороны общества. Смелые мысли, очень смелые вопросы, острые, на которые спикеры вынуждены выступать вот так, то прямо как там, в общем, то так вот. Но вот что жар сообщества больше структурируется, организовывается, и что уже не стоит на первом этапе, давайте напишем этнический код, если все закроем. Нет, оно означает так, как немножко быть ежиком на лицо. Оно позиционирует себя как самостоятельный субъект. Вот, бизнес-отношений. Это радует. Особенно радует, что это понимают вот, молодые ребята, последователи, менеджмент новой волны. Они уже это начинают понимать и начинают технологически понимать как-то. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить Павла Толстых за организацию этого мероприятия. Что, как же я говорил, это мы делаем первые шаги, Запад ушел дальше. Но мы учитываем опыт и Запада, и в то же время свой. Менталитет специалиста, чиновника российского, бизнеса. Хочется именно, чтобы у нас был диалог, чтобы всегда не принять наше мнение или что-то, а хотя бы выслушать. Вот мы на этом этапе находимся. И вот обмен мнениями, обмен опытом, я говорю, очень полезен. И в то же время, конечно, приятно получать награду. Мы вкладываем деньги, спонсируем это мероприятие, потому что оно необходимо. Нам надо учиться правильному цивилизованному лоббированию. Не, я не говорю о коррупционной составляющей, а именно, чтобы мы были услышаны, мы были поняты, и чтобы был именно конкретный диалог между властью и бизнесом. И только это, вот, прежде всего, стоит за тем, почему мы вкладываем деньги. Вот эти конгрессы мы будем и дальше поддерживать. Это необходимо для России, необходимо для бизнеса.